Осторожно, мошенники. В Балтийском районе оперативники уголовного розыска задержали криминальный дуэт. Две девушки под предлогом продажи бытовой техники проникали в квартиры граждан и похищали деньги и ценности. По кошелек лежит, а денег нет. Так закончилась встреча Александры Михайловны с продавцами. В понедельник две девушки пришли к ней домой и предложили купить бытовую технику. Пока одна отвлекала внимание пенсионерки, вторая искала деньги. Добычей мошенниц стали 80 тысяч рублей. Все, что накопила Александра Михайловна. На ремонт копила. Вот зимой у меня котел отказал, сгорел. Потратить деньги мошенницы не успели, и уже через два дня их задержали. Сотрудниками уголовного розыска задержаны две жительницы Калининградской области, которые под предлогом продажи бытовой техники зашли к пожилой женщине и совершили кражу крупной суммы денег. Данная гражданка в настоящее время дает признательные показания, часть похищенного изъята. Проводятся дальнейшие следственные действия. Одна из мошенниц уже знакома сотрудникам полиции. Она привлекалась к ответственности за хищение чужого имущества. За что вы задержаны? За кражу денег. Ну как произошла кража, когда? Ходили, продавали технику. Зашли к пенсионерке. Рассказали все про технику. Она согласилась взять ее за 2000. Она засуетилась и подумала, что мы ее хотим обворовать. Заглянула в комнате своей под подушку. Там нашла сумку свою, она достала там кошелек. Все проверила и закинула этот кошелек за диван. И тут мы с подругой решили их украсть. Александре Михайловне деньги вернут, но простить обманщиц она не готова. Пусть они мне моральный ущерб уплатят. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушкам грозит тюремный срок до 5 лет лишения свободы. Алексей Колодкин, Алексей Бормисов. Специально для места происшествия. На мобильный губернатору позвонили 50 калининградцев с жалобами на вымогательство и поборы. Напомню, на прошлой неделе личный номер Николая Цуканова появился в интернете. Большое количество жалоб было на коррупционные действия сотрудников полиции, ГИБДД и прокуратуры. Зафиксированы и ложные сигналы, которые не относились к теме коррупции. Сообщения о фактах взяточничества и злоупотребления служебным положением в органах государственной власти, муниципальных и государственных учреждениях продолжают приниматься по мобильному телефону губернатора. 8-909-779-81-15. Информация абсолютно конфиденциальна. Ночью на улице Нансена похищен скутер. Транспортное средство хозяин оставил в подъезде. На утро там его уже не было. Полиция ищет преступника. В среду вечером Евгений, как обычно, поставил скутер в подъезд собственного дома. Утром собрался на работу, но пришлось ехать на автобусе. Скутер пропал. Найти похищенный мопед по горячим следам ни полицейским, ни хозяину не удалось. Скутер серебристо-красного цвета. Ну, я покупал его новым. Немного, правда, поцарапал. Сейчас Евгений добирается до работы пешком. Полицейский занимается розыском. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Внимание, розыск. Ушел из дома и не вернулся. В Багратионовском районе пропал пенсионер. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. УВД по Багратионовскому району разыскивается Новиков Владимир Геннадьевич, 38-го года рождения, проживающий в поселке Тишино Багратионовского района. 8 июня этого года он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы на вид 70-75 лет, среднего роста, глаза серые, волосы светло-русые, имеется лобная лысина. Был одет в шапку серого цвета, темно-синюю куртку, желтую рубашку, черные брюки, резиновые сапоги. Если вы располагаете информацией о его местонахождении, сообщайте по телефонам, которые вы видите на своих экранах.